Более 220 тысяч доз вакцины против гриппа поступило в Дагестан для бесплатной иммунизации взрослого населения в рамках национального календаря профилактических прививок. Как отмечает источник, это только первая партия вакцины, которая поступила в поликлиники Дагестана. Вакцинация будет охвачена почти 40% населения республики, а это почти 985 тысяч человек. Прививочная кампания продлится до ноября 2016 года. Важно сделать прививку до начала эпидсезона, так как вводить вакцину нельзя, если человек уже заразился вирусами. И поэтому, чтобы организм успел сформировать иммунный ответ, прививку требуется провести за несколько недель до предполагаемого подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Среди взрослого населения будут привиты медицинские работники, работники образования, работники транспорта, общепита, сферы обслуживания, лица старше 60 лет, студенты вузов, лица, подлежащие призыву на военную службу и лица с хроническими заболеваниями. Особое внимание будет уделяться вакцинации беременных женщин, так как грипп дает серьезные осложнения, которые отражаются на здоровье малыша.